Добрый вечер, уважаемые телезрители. Телеканал «Россия. Культура» начинает прямую трансляцию из Вены. Мы с вами находимся у здания Венского общества друзей музыки, которое было основано в 1812 году. Таким образом, нынешний сезон для общества юбилейный, 200-й. Здание общества открыто 6 января 1870 года. Здесь и находится знаменитый на весь мир золотой зал, отличающийся редкой красотой и редкой акустикой. У этого зала, у этого здания есть гордый девиз: «Здесь музыка чувствует себя дома». И действительно, музыка великолепно чувствует себя здесь, что ощущают и музыканты, выступающие здесь, среди которых было много наших соотечественников, да и публика. И когда в конце 19 века Бруно Вальтер, прославленнейший маэстро, впервые выступил в этом зале, он воскликнул: «Я и не знал, что музыка может быть столь прекрасна». Музыка действительно прекрасно звучит в этом зале, в чем могут убедиться и миллионы телезрителей, когда 1 января каждого года отсюда на весь мир транслируется новогодний концерт, который дает Венский филармонический оркестр. И наш канал тоже транслирует этот концерт по традиции. Нынешний 200-й сезон, юбилейный, открывает российский оркестр. И это, конечно, важное культурное событие, свидетелями которого вы станете сегодня. Это Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева. В первом отделении прозвучит концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского, ре-мажор, опус 35. Этот концерт, что любопытно, впервые был исполнен именно здесь, в Вене, 130 лет тому назад, в 1881 году, под управлением Ханса Рихтера, а солировал Адольф Бродский, которому и посвящено это знаменитое сочинение, которое обожают виртуозы всего мира, потому что оно дает возможность с блеском продемонстрировать свою технику. Сегодня в качестве солистки предстанет молодая, но уже весьма известная немецкая скрипачка Арабелла Штайнбахер. Публика с нетерпением ждет начала концерта. Давайте и мы поспешим в золотой зал Венского общества друзей музыки.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Напоминаем вам, уважаемые телезрители, что телеканал «Россия и культура» ведет прямую трансляцию из знаменитого золотого зала «Музикферайн». И весьма приятно, что свой юбилейный 200-й сезон этот зал открывает концертом русского оркестра. Это Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением прославленного маэстро Владимира Федосеева. Вы только что были свидетелями того, как тепло, требовательная венская публика принимала наш оркестр и немецкую скрипачку Арабеллу Штайнбахер. Сегодня во время репетиции маэстро Федосеев любезно согласился дать нам небольшое интервью. Предлагаем вашему вниманию эту беседу. Владимир Иванович, вот уже добрых два десятилетия вы связаны с этим знаменитейшим залом и слышали здесь не раз аплодисменты в свой адрес, в адрес своих оркестров, но этот случай особый, наверное. Да, конечно, особый случай. Я помню, как много лет назад, как вы сказали, больше 20 лет, я вошел в этот зал. Я обомлел, потому что я почувствовал вот взгляды, невидимые взгляды этих величайших композиторов и величайших музыкантов. Я, конечно, но и спустя какое-то время для меня этот зал стал как бы родным. И когда я уже руководил Венским оркестром, ну, вот, довольно часто здесь. Для этих трех концертов вы избрали музыку двух русских гениев разных эпох – Чайковского и Шостаковича. Почему именно такой выбор? Вы знаете, ведь и Шостакович, и Чайковский очень соединимы. Как бы не на поверхности это лежит. Чайковский, его всегда обвиняли в очень большой открытости в его мелодиях, в его музыке. Даже часто он сам рвал свою музыку слишком уж открытые чувства. Вот. А как бы считалось, что Шостакович, он весь закрыт, он весь как-то... А на самом деле, когда больше взглядываешься, изучаешь и смотришь, и дирижируешь Шостаковича, то много общего, даже в лирической, так сказать, идее. Но она подспудна. У Шостаковича она как бы запрятана немножко. Вот. Но ее надо найти. Он очень нежный, очень лиричный, с одной стороны. С другой стороны, конечно, он саркастичный такой. Все. Но вот так, так я нашел это общее какое-то. И сам принцип оркестровки тоже очень совпадает. Шостакович, ведь, насколько мне помнится, вы и ваш оркестр были первыми исполнителями 15-й симфонии. Да. И вот общение с самим композитором, когда вы репетируете под, ну, что называется, приглядом автора, столь требовательным, да, это же было непросто, наверное. Нет, непросто. Но он настолько был скромен в репетиции. Ведь некоторые композиторы просто все время бегут к пульту и говорят вот так вот. А ведь Дмитрий Дмитриевич никогда, он сидел скромно и соглашался со всеми интерпретационными моментами. Так что это было, конечно, незабываемо. А еще что очень важно. Мы сюда привезли исполнителя великого соло в 15-й симфонии, Симона, нашего концертмейстера. Который играл Виланч. Тогда. Он играл и получил от Дмитрий Дмитриевич великолепное письмо с благодарностью за высокое исполнение его соло, большое соло в 15-й симфонии. И мы сейчас привезли. Вот так сказать, история. И такие арки, да? Арки, да. Представляете? Ну что ж, это очень приятно, видеть эту арка, связывающая вас с этим залом. Арка, связывающая разные исполнения Шостаковича. Ну и вечный Чайковский. И вечный Чайковский. Спасибо. Я знаю, что публика ждет и жаждет. Спасибо. Итак, во втором отделении сегодняшнего концерта прозвучит 5-я симфония Дмитрия Шостаковича, ре минор, опус 47. И прозвучит она в 105-ю годовщину со дня рождения гениального композитора. Это памятник эпохи, настоящий памятник эпохи, потому что создавалось это творение во все еще незабываемом 1937 году. И композитор вложил туда переживания за родную страну, вложил и собственную боль, потому что, напомню, в начале 1936 года в «Правде» появилась печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», которая положила начало травле композитора. И написанная вскоре после этого 4-я симфония ждала своего первого исполнения целую четверть века. Но композитор нашел в себе силы из сумбура тогдашней жизни творить великую музыку. И таким примером стала 5-я симфония. Как сам определял Шостакович, главное ее содержание – это то, что творческая личность через внутренние конфликты, через борьбу все-таки приходит к оптимистическому мировоззрению. И
впервые это произведение было исполнено в ноябре 1937 года в Ленинграде под управлением Евгения Мравинского, и это положило начало большой творческой дружбе композитора и дирижера. Сегодня это вершина лирико-психологического симфонизма советского периода, прозвучит под управлением маэстро Владимира Федосеева здесь, в Вене, в Золотом зале Музикферайн.
Thank you.
Thank you.
Шостакович.